На улице Катерной, что на мысе Чуркина, началась подготовка к строительству мечети. Весь процесс строительства займет около 3 лет. Общая площадь здания составит почти 550 квадратных метров. Здесь будет оборудована автостоянка на 62 места. Также предполагается облагораживание прилегающей территории. Камень, символизирующий начало строительства Казанской мечети, а именно так она будет называться, заложил лично президент Татарстана Рустам Миниханов. Проблема выбора места для культового сооружения стояла давно и остро, ведь не все мусульманские традиции адекватно воспринимаются в православной культурной среде. По словам главного муфтия Дальнего Востока имама Абдулы, принципиальным моментом была удаленность мечети от жилых массивов, дабы не беспокоить жителей. Заметим, проблема решена с лихвой. Через дорогу от будущего храма расположено кладбище.